В городе Фивы, что стоял когда-то на берегу Нила, жил юноша Потапий. Родители его, христиане, воспитали сына в любви ко Господу. Он, еще молодой, но постигший уже всю суетность и бренность мира сего, решил однажды оставить дом, родителей и принять иночество, чтобы жить наедине с Богом. Ушел юноша в египетскую пустыню, и там он был счастлив, что служит Господу. Пребывая в каждодневных отшельнических трудах, он ни на минуту не прекращал своего общения с Богом. Так прошло много лет пустынного жития святого Потапия. Но народ узнал о дивном подвижнике и потянулся к святому. Просили люди совета, помощи. Но Потапий расстроился, что безмолвие его нарушилось. И тогда он оставил египетскую пустыню. В Константинополе, куда пришел блаженный, он устроил себе келью в городской стене близ Влахернского монастыря. И там вновь стал жить, как в пустыне, в молитве и уединении, никем не ведомый, кроме Бога. Но Господь не хотел скрывать такого святого отца, обладающего высочайшую силою духа и способного творить чудеса. А потому направил прямо к келье святого отшельника одного юношу-христианина, слепого от рождения. Стал просить он праведника помолиться за него Богу, чтобы даровал он ему зрение, дабы смог он узреть все творение Божие и познать полностью самого Творца и прославлять его. Потапий, видя истинную веру юноши, сжалился над ним и сотворил чудотворную молитву «Во имя Иисуса Христа, дающего слепым свет, а мертвым жизнь», прозри. И тут же открылись глаза у слепого, и увидел он прекрасный мир вокруг и стал славить и благодарить Господа. И узнали о святом чудотворце многие, и стали стекаться к нему больные, немощные, бесноватые. Но не стал больше преподобный Потапий скрываться от них. Стал он молитвой своей исцелять всех нуждающихся, и не было более угодного Господу дела, чем труд во благо людям. А посему помогал он всем просящим до самой своей блаженной кончины. Двадцать первое декабря. День памяти преподобного Потапия Фивского.